Привет, ты на канале «Правильные выборы». В этом ролике я расскажу о телевизоре Samsung из серии Q80C с диагональю 98 дюймов. При установке на подставку телевизор имеет следующие габариты: 218 см в ширину, 124,3 в высоту и 4,8 в толщину, при этом он будет весить 56,3 кг. Также предусмотрен настенный монтаж. Для этого понадобится ВЭСА-кронштейн размером 60 на 40 см. Телевизор можно повесить практически вплотную к стене благодаря тонкому корпусу. Благодаря панели солнечных элементов, расположенной на обратной стороне пульта дистанционного управления, вы можете заряжать его светом внешнего освещения, и вам не нужно использовать одноразовые батарейки, поскольку они наносят вред окружающей среде. Если ты рассматриваешь покупку этого телевизора, то обязательно загляни в описание под видео. Там я оставил ссылки на проверенные магазины и специальный скидочный промокод, который позволит приобрести телевизор с максимальной выгодой. Телевизор оснащен 4К дисплеем с диагональю 98 дюймов, частота обновления экрана может достигать 120 Гц. Матрица изготовлена по технологии VA и имеет подсветку Direct LED, а глубина цвета составляет 10 бит. Точная и направленная светодиодная подсветка может регулировать яркость и затемнение в определенных областях сцены, чтобы вы могли видеть еще больше деталей. Вы сможете наслаждаться сверхглубоким черным и чистым белым цветами на экране ТВ. Обновленный интеллектуальный процессор масштабирует каждую сцену до 4К благодаря 20 нейронным сетям. Наслаждайтесь любимым контентом в разрешении 4К. Технология Real Depth Enhancer обрабатывает глубину изображения так же, как человеческий глаз. Увеличивает контрастность объектов переднего плана. Новый уровень технологии HDR анализирует каждую сцену, чтобы обеспечить более высокую контрастность, более богатую гамму цветовых оттенков и улучшить детализацию изображения, благодаря чему вам кажется, что вы находитесь в настоящем кинотеатре. Это первый в мире телевизор, получивший сертификацию от компании Pantone, самого известного авторитета в области сертификации цвета. Теперь вы можете наслаждаться более реалистичным и комфортным для глаз изображением. В режиме Eye Comfort автоматически регулируется яркость и цвета объектов на экране в зависимости от времени суток, что снимает усталость и напряжение глаз. Квантовые точки поглощают свет и преобразуют его в цвет, яркость которого остается высокой при любом уровне освещенности, чтобы изображение на экране всегда было наилучшего качества. Использование технологии AMD FreeSync позволяет снизить эффекты торможения и разрыва изображения. Телевизоры, сертифицированные по технологии AMD FreeSync Premium Pro, поддерживают игровой режим с поддержкой формата HDR. Одолейте любого врага в самой динамичной битве. Благодаря улучшению качества передачи движения в формате 4K 120 Гц, вы сможете наслаждаться плавностью игровых сцен без задержек и размытий. Телевизор имеет 4 динамика с общей выходной мощностью 40 Вт. Систему домашнего кинотеатра или саундбар можно подключить к телевизору через оптический аудиовыход или с помощью кабеля HDMI. Объемный иммерсивный звук с виртуальными верхними динамиками позволит полностью погрузиться в происходящее на экране. Насладитесь захватывающим звуком с технологией Dolby Atmos, которая позволит максимально погрузиться в происходящее на экране. Уникальная технология Q-Symphony позволяет динамикам телевизора и саундбара работать синхронно, без отключения ТВ-динамиков, что обеспечивает более гармоничное звуковое сопровождение изображения. Телевизор работает под управлением операционной системы Tizen, она поддерживает множество сервисов для просмотра фильмов и сериалов. Оптимизирует подбор контента, благодаря чему вы тратите меньше времени на поиск и больше времени на просмотр фильмов, любимых программ или игр. Многоуровневое решение безопасности Samsung Knox защитит ваши данные, включая пин-коды и пароли. Под защитой будут и умные устройства, подключенные к вашему телевизору. Регулярные обновления помогут и в дальнейшем защитить ваш ТВ от вредоносных атак. Наслаждайтесь просмотром, а об остальном позаботится умный помощник. Приложение SmartThings может легко подключаться к смарт-устройствам, отслеживать и контролировать их, чтобы обеспечить интуитивно понятное управление умным домом через встроенный хаб. На этом все. Напоминаю, что в описании под видео находятся ссылки на магазины и скидочный промокод. В комментариях можешь делиться мнением насчет этой модели, а если хочешь больше обзоров на телевизоры, то подписывайся на канал и ставь лайк. До скорых встреч!